Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Dragon Hills 2. Ну что же, поехали, у нас сейчас, ребятушки, новая миссия, новый босс, так что давайте посмотрим, что здесь будет такой за олух. Уровень 4, зомбинати до сих пор у нас, а пока ничего сложного нету, оу, чета, отлично все, ай-яй-яй, бонус пропустил, да и хрен с ним. Так, зомбарей будем всех здесь уничтожать. Тихо, 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 кислота. Отлично у нас получилось. Блин, везде ловушки стоят для нас. Ну, как видите, мы проходим их безукоризненно. Опа, вы видели, как надо делать, а? Попробуйте-ка повторить. Хренушки получится. Ну, шучу, конечно, ребят, получится у всех, только надо постараться. Да, воу, какой-то бонус где-то летит. И это у нас оружие, я его должен... Оу! Битва с боссом, и это у нас босс. Ё-моё, вы смотрите, что он там имеет. Кислотная булава у него сзади. Ё-моё, только этого и не хватало мне. Ядрить тебя на корень, да что ж такое, а? Как же мне его бомбить, если он везде мотыляет своей вот этой вот булавушкой. Вот так вот, получил? Блин, и он мне в ответку, а? Ну, ё-моё, зато смотрите, он ватный. Я его уже почти разбомбил. Слушайте, не стоит отчаиваться, возможно, у нас все сейчас получится. А может быть и нет. Ну, надо добить. У меня последнее хп, ребята. Бум! Отлично! Я его вздрючил. Как вы... Блин, я не ожидал, конечно, что будет такой легкий босс. Тем лучше для нас, согласитесь. Магнитик взял на дорожку. Ладно. Ну что ж, давайте как-нибудь доползем до нашей базы и будем переходить уже с вами на пятую часть игры. Ну, где там базенка-то моя, ё-моё? Эти тут хламоны стоят. Вот она. Вау, что-то мы там получили. Отлично, 4 из 6 пробирочек у нас получено. Зомбинати. Так, мозги, и у нас 77%. Неплохо. Ну что ж, давайте, наверное, монетки получим. Так, 435, отлично. Что мы можем себе приобрести? А нужно ли нам вот здесь? Хотя зеленая пчела. Не знаю, ребят, что это за оружие такое. Здесь тоже, видимо, можно взять, но я ничего не буду. Не хочу. Хотя вот дополнительная жизнь. Давайте возьмем, ребят. Дополнительная жизнь. Это случайно не сердечко ли дополнительное, а будет? В общем, увидим с вами. Ну что, думаю, что пора переходить на следующий этап. Да-да-да, загрузочка у нас тут. И кто же у нас будет здесь? Что-нибудь поменяется? Уровень 5 у нас. Так, пока ничего такого сложного нету. Ух, шикарно. Обожаю все здесь разносить в хлам. Еще и магнитик получили. Ты смотри, мелкий хмырь, а? Строчит там. Да идите вы отсюда, а? Мелкий зомби. Оу, тихо-тихо-тихо. Так, кислота, вот не нравится мне это. Будем аккуратненько с вами двигаться. Вот, здесь мы, естественно, перелазим. Тихо, вот здесь не надо дурковать. Есть, отлично, у нас все вышло. Фух, приналовчился я все-таки. Стоят олухи, на! Ё-моё, нифига, тут уже на вертолетах. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Опачки, вы видели? Ну, просто шикарно у меня получилось. Так, дайте-ка я вот этот вот как-нибудь ствол возьму. Эй, во! Понятно все, будем вот так вот расстреливать с вами. Слушайте, довольно неплохой дамаг мы наносим. Так, вертолет, ты меня достал уже на самом деле. Полицейский там стоит и строчит, главное, по нам. Ха-ха-ха, слетел олух. Вообще в хлам просто-напросто мы этот поезд разнесли. Одного, ребят, патрона. Тихо. Все, отлично. Одного патрона достаточно, чтобы развалить этот вертолет в хлам. А ну-ка, дайте-ка его вот так. Ах ты, посмотри. Не получилось у меня его подбить сразу же. Монетки, все мое, все заберу. Блин, внизу был бонус, ребят. Оу, просто как орешки щелкаю. Эти там притулились, я смотрю. Опа, получил свое по шеям. Отличный прыжок, тихо, только не в кислоту. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята, фигли. Давайте, наверное, возрождаться. Я думаю, так будет лучше. На. Да чтоб тебя, ну и миссии пошли. Слишком много кислоты для меня здесь. Очень много. Так, дайте соберу монеточки все эти. Так, что происходит?
Что с музыкой? Что-то нас, видимо, сейчас будет здесь поджидать. Вау! Прям в прыжке двоих сразу ухоркал. Етрить тебе на корень! Да, глупость была мной сделана. За это я и поплатился. Ладно, ребята, денег не так уж и много. Ох, скоростной зверь, я хочу себе вот такого. У нас деньги позволяют купить себе поп-оп-ган. Отлично. Я думаю, что он будет намного дольше действовать, скорее всего, и стрелять лучше. Хотя, я не знаю, что может быть здесь давать это улучшение. В общем, посмотрим. Хорошо, кстати, мы с вами очень долго двигались, и до босса почему-то мы не добрались. Парадокс какой-то, а? Да что ты, электровозник, а? На, получи! Хе-хе, разбомбил в пух. Одни колесики вон только катятся. Так, тихо, тут ловушка для меня стоит. Нет, не возьмете меня нахрапом. Оу, кислота. Так, опачки, вы видели? Опа-на, занырнули, вынырнули. Отлично, все у меня хорошо получается. Я прям как дельфин, ё-моё, в свободном плавании. Опа, перелетели, замечательно. Да где же босяра-то? То обычно сразу нам попадается. А тут, смотрите, двигаюсь и ничегошеньки. Вот здесь я в тот раз вот так вот же. Вот точно так же я и погиб. Блин, да что ж такое-то. Но зато 86% по мозгам дало. Ладно, хорошо. В принципе, из-за какой-то глупости погибает у меня девчуля со своим драконом. Да, это мои недоглядки, грубо говоря. Будем действовать аккуратненько. Оу. Охламоны тут стоят, валять. Тихо. Хопчик, не надо тут стрелять. Оу, монетки. Это хорошо. Денежку я люблю. Вот магнитик. Как раз то, что надо нам. Давайте все здесь собирать. Колесотку-то прикатилось. Непонятно. Вау. Просто всех тут разношу. Так, ну это лужица маленькая. Давайте вот так вот сделаем. Оу, не-не-не-не-не-не-не. А тут, ребят, никак. Невозможно было бы просто обойти или перепрыгнуть. Нет, можно было бы, если бы я раньше занырнул. Но, как видите, нифигашечки не получилось. Я ее увидел слишком поздно. Хрен с ним, давайте попробуем переиграть. Черт, я до босса когда-нибудь доберусь или нет, а? Мне бы хотя бы прицениться, что там будет за охламонище-то у нас. Прыжок отличный, воу, монетки. Чем больше денег мы соберем, тем быстрее сможем с вами улучшиться. А чем быстрее улучшимся, тем, естественно, нам будет проще проходить эту игру. Дайте мне вот это вот. Ну почему? Я хотел посмотреть, что это за кристаллик такой. Нифига не получилось. Да иди ты отсюда, строчит он еще, а? Что, что? Вот так вот. Полетели во свояси. Никудышные зомби. Так. Вот здесь я перелечу, 100%, да. Фу, а была вначале задумка занырнуть, но нет. Так, кран, ты мне тут нафиг не нужен, мешаешься тут на самом деле. Оу, сколько вас здесь? Целые орды зомбарей, просто-напросто, ну это халява. А, вот у нас и вертолеты пошли. Дунь, снесло его, опа! Битва с боссом, ребята, это что? Это что так... Ё-моё, ну нормуль, да, я вам скажу. Смотрите, ох, ты ничего себе. Тут у нас какой-то двойной получается босяра. Ёлки-палки. Мало того, что тут какая-то машина с циркулярной пилой, так еще, оу, они еще и стреляют все. Нет. Ай-яй-яй, очень мало жизней. У меня буквально разочек плюнуть, и я рассыплюсь. Да, черт подери. Хорошо, что есть возрождение, согласитесь. Я просто не хотел начинать все заново, ребята. И ох, ё-моё. Нет, что-то как-то сложно. Блин, вот эти вот уродцы меня бесят, которые в машине сидят. Они, в принципе, только и стреляют. Машина сама по себе вообще ничего не делает. Кроме, конечно, вот этого вот мелкого запорожца, который тут мне просто-напросто мешается. Да на ты получи. Достал уже в корень. Так, ага, он хотя бы предупреждает, когда будет стрелять. Согласитесь, это было глупо. Нырнуть под землю, когда там кислота. Черт подери, ну ладно. По крайней мере, я уже знаю, что это за босс у нас. Так. Ладно, погнали заново. Ух, собрались, сконцентрировались. Ну, согласитесь, в тот раз мы как-то быстро до босса добрались. В отличие вот от предыдущих. Там как-то долго, а тут хоп, и уже босяра. Я даже не успел мямкнуть что-то. Ладно, давайте также попробуем быстренько добраться. Потому что босс на самом деле вредный. Мне даже показался очень сложный. Ну,
приноровиться к нему, как говорится, и все, делов-то. Так, тихо, блин. Никак не вернуться. Да что ж ты будешь делать-то, а? Везде всякие ловушки. Ху-ху-ху. Вот, и уже босс, отлично. Да как же ты быстро выпускаешь свой драндулет вот этот вот. Короче, ребят, основной босс — это вот этот вот большой грузовик с зомбиками. Воу, я их всех снес. И, смотрите, получается у нас, ребят, я снес зомбарей с грузовика, и машина не стреляет. Я надеюсь, так и будет у нас в дальнейшем. А, нет, нифига, они появляются потом со временем. Черт, значит, нужно успевать как это все быстро делать. Тихо ты строчишь-то. Почему вот этот-то не сбивается, я не могу понять. С машинки, тихо. Тут все хорошо у нас. Так, мне бы оружие вот это подобрать бы. И вот, попробуем, ребята, расстреливать тогда. Получится? Нет у меня? Получается. Блин, ну это надо быть постоянно на поверхности. А вы посмотрите, что этот подхалим, блин, делает. Все, ребят, по-моему, сейчас мне кранты. У меня жизни практически не осталось. 73% у грузовика. Ага, нормулька получилась. Есть! Мелкую вшивую тачку мы с вами подбили. Вы это прекрасно видите. И теперь остался грузовик. Но единственное... Ух, пронесло. Единственное, что очень мало жизни, ребят. Да ну нафиг. Вы посмотрите, что он делает. Он опять призвал эту машинку, ё-моё. Да, значит, все-таки грузовик — это основная цель. Возрождение. Так, поехали, ребята. Блин, все. Достало меня это в корень. Сосредоточились. В принципе, ничего в нем сложного нету в этом боссяре, вы прекрасно поняли. Здесь нужно всех вот этих вот зомбарей, которые именно на этом грузовике, подбить. И пока машина не стреляет, ее по возможности разбомбить. Ну вот этот вот мелкий подхалим, он больше... Тихо, он больше всего меня бесит. Потому что действует из-под тишка. Так, тихо, тихо, тихо. Не попадаемся мы под эти снаряды. Опа, отлично, тихо, кислота. Ух, ё-моё, да что ж такое. Ай-яй-яй, боюсь, не успеем и не получится у нас, ребят. Так, грузовик там где-то застрял, но зато вот этого олуха можно попробовать сейчас. Бамба, да ёлки-палки, опять они тут всей кучей вылезли. Ну, а как? Как иначе, ребят? Ну, не было никакого другого варианта, мне пришлось выскочить. Вау, 100%, и что? И что? Ничего. Странно. 388 монет у нас. Что я могу дать? Тоже ничего не могу купить себе. Дополнительную жизнь. Давайте фиксим, посмотрим, что тут у нас будет в дальнейшем. Так, появляется в разных местах случайным образом. Ну, это понятно, ребят. Опять же, будет летать. И если мы поднимем, то у нас будет дополнительная жизнь. Я так понимаю, это у нас сердечко будет дополнительное. Хорошо. Блин, ну как же обидно все-таки было. Практически я его уничтожил, и на тебе. Не фартануло. Ладно, сейчас я уже должен намного лучше сыграть. По крайней мере, я уже тактику понял. Сейчас мы только до него доберемся и будем его кромсать. Главное — действовать аккуратненько, не попасться нам в эту кислоту. И все будет у нас хорошо. Ай-яй-яй, опасно было. И вот эти вот монетки. Нам бы желательно их побольше собирать. Я, честно говоря, не знаю, что они дают. Но, по-моему, получается всякие бомбы. Тихо, ты стреляешь тут. Не упадет? Нет, не упал. Я думал, в кислоту сейчас шмяк. Опять вертолет. А раз вертолет, ребят, значит, сейчас уже будет где-то... вот он, босс. Давайте по-быренькому приступать. Ржет еще тут, а, хламунище. Блин, я этот грузовик не могу... Оу, перевернуть. Понимаете, он какой-то... прям бронированный, непробиваемый и довольно тяжело поддающийся к разрушению. Так, ладно, все пока хорошо. Видите, зомбарей нету. В принципе, эта машина без зомбарей, она ничего не может делать. Бонус. Ай, промахнулся я с бонусом-то. Зомбарь улетел. Нормуль. Так, ладно, хорошо, вот они тут появляются. Все, будем их... Оу, упади в кислоту. Ну не я же, ё-моё, вы видели, а? Это было нечто, ребят. Это просто изумительно. Я сейчас пролетел под землей. Тихо. Так, кран тут еще появился. С одной стороны, хорошо, когда под грузовиком выныриваешь. Ай, прям... Да ё-моё, ну... Ну все, вы меня разозлили просто-напросто, а? Ух. Это, ребят, последняя была попытка на возрождение у меня.
Если мы сейчас проиграем, естественно, мне придется опять все заново начинать. И как всегда, карта усложняется всякими ловушками, прибамбушками. Оу-оу-оу-оу! И в меня, главное, да, стреляет. Хмыреныш. Тут и... Вот, вот она приезжает. Бонус. Какой-то непонятный бонус там выпал. Что он дает? Ребят, смотрите. Пузыри. Дай-ка вот эту вот машину. Если я ее разбомблю, пускай хотя бы на короткий промежуток времени вот этого мелкого хмыря не будет. И будет чуть-чуть полегче, я надеюсь. Так, все, мы уничтожили. Теперь бы снести... Опс, мимо. Вот этих вот всех. Оу. Второй раз у меня так удачно получается занырнуть. Так, почти, почти пол хп. Да ё-моё, опять эта драндулетка появилась. Нет, ребят, нету смысла ее подбивать. Она так и будет мне мозг компенсировать. Надо все-таки на грузовик. На грузовик все силы свои пустить и разбивать именно его. Да, не спорю, эта мелкая хмыренышка тоже бесит. Но мы так будем с вами до скончания веков тогда тут расправляться с этим совсем. Ага. Тихо, не надо, не надо. Я уже думал, сейчас в кислоту смогу упасть. Но нет, не повезло. Но... Так, где, где? Монеты, это хорошо. Слушайте, почему они не взрываются, когда рядом какие-нибудь там машины взрываются, да? Чтобы урон они от этого получали. Так было бы, я думаю, посправедливее. Хе-хе, тихо. Вот так. Слушайте, вот теперь уже точно ровно пол хп я отнял. Блин, да не могу я на нее запрыгнуть, на эту тачку. Во! Вот, вот так вот. Фух, повезло-то как. Прям над кислотой пролетел я. Во, дайте-ка мне быстрее вот это вот оружие, я попробую. Во, расстреливаем теперь, ребят. Расстреливаем нафиг. Да ё-моё, он... Да как ты не вовремя это все это делаешь? Чуть-чуть осталось, только бы не погибнуть. Да ё, будешь стрелять ты по машине или нет? Ай, нет, не кислота, не кислота, не надо, не надо. Аккуратненько все здесь. Не будем спешить, фиг с ним, что у нас закончилось оружие. Но зато, сколько там, 17% всего лишь осталось. Ну, ага, хорошо. Ничего нам пока не мешает, ребята. Нету этой драндулетки, которая вечно. Зато появились зомбари. Фиг с ним, уже 13%. Вот так вот. Классно получилось. Так, 11%, их лишь бы не сглупить на чем-нибудь, ребят, лишь бы не тупануть, и все будет у нас хорошо. Ну, машина, давай, выезжай, что ты там застряла где-то? Такое хорошее поле было. Ай-яй-яй, и все это вот так вот профукать, вот она. 10%, всего лишь 10, нет, полицейский, опа, все-таки стрелял в меня, гад. Вот так, получи. Что-то не нанес я повреждения почему-то. На, гаденыш, получи. Ну... Да дайте мне как-нибудь ее задеть-то. 7, 6, 3 уже даже. О-о-о-о-о, кислота, кислота, опасно. Не будем, вот так лучше перелетим. И, да что ж такое, хотел занырнуть по ней. Черт бы вас побрал, а. Ну, падай сюда. Вот так вот. Да, ребята, подбили мы этот грузовик. Ах, хотел бонусы забрать, не получилось. Ха, пушка вылетела. Ну что же, я могу сказать, что мы прошли. Ух, довольно такой сложный был боссик. Мне так показалось, по крайней мере. Но, тем не менее, мы выиграли. Так, а вот и база наша. Да, ребята, 5 из 6 получено. Отлично. Ну что, я думаю, есть смысл нам с вами пойти на следующую миссию. Слушайте, ну мы, смотрите, заполнили все это мозгами, но почему-то нам ничего не дают. Странно это все как-то. Вам не кажется? Так, монет 496 уже. Ух, хорошо. Давайте с вами продолжать. Купить я ничего не смогу, да? Нет, зеленую пчелу могу взять. Ума не приложу, что это за оружие такое, ребят. Неохота просто профукать. Давайте, наверное, вот навык бурения или еще что-нибудь в этом роде изучим. Как говорится, для нас это будет главнее и нужнее. Хотя оружие тоже, но его, понимаете, нужно еще поймать. Уровень 6. Забинать, опять же, до сих пор. Поехали. Хочу посмотреть, что у нас будет здесь за боссик. Йоу, монетки все мои. Отлично, эти дурачки тут в торговой тележке сидят. Зомбик, тихо. Ё-моё, блин, вляпался, а. Ловушка прям вот на спуске была, а. Ведь знает же, куда поставить.
Отличный прыжок. Еще бы. Машина летит, давит, все рушится. Вот это вот прикольно, ребят, что. И опять эти вертолеты здесь. Тихо. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же так, а? Оу. Битва с боссом. Вот и бо. Это что у нас тут за драндулет? Ё-моё, это же, по-моему, самый первый, да? Боссяра у нас. Так, тихо, будем все время находиться внизу, чтобы по нам не задела эта ракета. Как-то я так выкрутился, а прям. Вертолетчик, иди отсюда. Так, ладно, хорошо. Ну, предположим. О-о-о-о, опасно. Ай, нет, все, все, выкрутились. Ну, предположим, я забомблю. Ну, как-то очень странно, что начальный босс появляется в конце в самом. Хм, странно. Ладно, короче, посмотрим, когда его разбомбим. Ну, я сомневаюсь, что это все у нас будет по повтору. Так, опа. Ай-яй-яй-яй, ребята. Боеголовка взорвалась. А какого лешего не срабатывает возрождение, а? Кто мне скажет? Я же нажал, ё-моё, офигеть, ребята. Блин, ну ладно. Ничего не поделаешь. Давайте дальше, оу. Так, мы можем с вами, давайте сделаем, наверное. Ах, чё же сделать-то? Навык бурения хочется, блин. Так, тут только магнит и пузыри. Нет, здесь однозначно ничего. Выбор тогда невелик. Давайте, наверное, или бурение, или... Давайте скорость, чтобы мы с вами быстрее двигались. Я думаю, что это правильное будет вложение. А там уж посмотрим, как оно пойдет. Слушайте, а сколько у нас вообще стоит малый пакет? 6000 монет. 99 рублей. Слушайте, а почему бы мне не купить, а? Блин, я думаю... 99 рублей, ребят, ну я 100 рублей-то уж могу позволить себе потратить. Я думаю, вы бы были не против. Давайте, наверное, так и сделаем с вами, а? Купим. Ну вот, теперь можно и поразгуляться. Давайте-ка, наверное, мы с вами что-нибудь такое приобретем. Я, во-первых, хочу энергию себе. Мне надоело, что у меня очень мало сердечек, хочу как можно больше. Ух, думаю, достаточно. Хищник небес. О-оу. Фиг с ним. Ребята, была не была, берем. Самое главное, надеюсь, что мы с вами не лопухнулись. И что бы нам еще бы взять? Оу, скоростной зверь, 3000. Гром возмездия, 6000. Блин, офигеть, может быть, я не то взял, что надо, ребята, а? Так, и тут у нас... Нет, это мы не будем ничего делать. Черт, по-моему, я с хищником-то. Встречайте уникального дракона с 4 двигателями, которые могут разогнать ее до сверхзвуковой скорости. Вот это что-то новенькое. Так, хорошо, давайте тогда возьмем с вами... Есть какой-нибудь помощнее? Прыгающие пули. Давайте рататата. Я не знаю, что это такое, но тем не менее, пускай будут. Ну и зеленая пчела, естественно, до кучи. Вот теперь-то давайте-ка мы посмотрим. Ух, сколько у нас житух-то! Как раз для этого босяры, а? А ну-ка, давайте-ка. Нет, ну вы представляете, как бы долго бы я бы копил бы эти сердечки. А так всего лишь 100 рубликов. Ребят, ну это, знаете, ну это ни о чем просто-напросто. Я даже донатом это не считаю. Оу, блин, нет, давайте начнем с самого начала. Не хочу я возрождаться, может быть, оно нам еще пригодится. Да, вот только вот со зверем, по-моему, я лопухнулся. Я не то взял, я хотел поменять свое, как говорится, животное. Вот этого вот дракона механического. Но купил, по-моему, то, что может появляться в игре. Ну, так же, как и хпшки. Так же вылетать мы будем хватать. И оно будет нам что-то изменять. Повышать, по-моему, скорость, как я понял. Ладно, все это мы дальше с вами увидим. Так, тихо, не упасть, главное, в кислоту. Несмотря на то, что у нас с вами много хп, игра от этого... легче не стало ни на дюйм, ни на миллиметр. К чему я это сказал, сам не пойму. Ну ладно, ребят, что пришел в голову, ты ляпал. Опа, снесли. Так, хорошо. Вот здесь вот, отлично, перепрыгиваем. Вертолеты, блин, их тут слишком много. А вот, ребята, и босс. А вот она, эта машина. Ну все, правда, у меня со здоровьем не особо сейчас, а особо, но будем стараться. Так, а, еще не забывайте. О, тихо-тихо-тихо, оружие какое-то. Воу, ё-моё, вот это я понимаю, ра-та-та-та-та, блин. Теперь я понимаю, почему он так называется. Вы посмотрите, что происходит.
Да где же Басера? Ну, я хочу, чтобы... А, вот он, вот он, вот он, вот. Тихо. Так, что это мы такое подобрали? Я не понял. Ух, довольно неплохо мы, смотрите. Да, вот. Босс готов. Так, хорошо. Ну, и что дальше? Что дальше-то, эй? Не пойму. Опа. Ага, вот он. Вот это вот основной босяра. Ладно, давайте его. Куда он там? Что он там делает? Да хорош ты, блин. Слушайте, ребят, я, кажется, кое-что понял. Значит, этот босс собирается на меня выкидывать всех боссов, которых я до этого прошел. Почему-то у меня сейчас только такая мысль в голову приходит. Это у нас был, по идее, вторым боссом. Да, именно вот эта машина. Так, опять этот зомбарь сел, сейчас начнет стрелять. Его туда надо сбросить нафиг. Эть, промахнулись. Монетки-то хоть дай возьму. Отлично, все пока хорошо, ребят. Ну, там чуть-чуть осталось. И я так понимаю, что... Блин, мне бы не хотелось, конечно, опять бы тут драться с этим грузовиком, который до этого был, помните, да? Это будет, я считаю, что слишком жестоко по отношению к нам. Есть, вот он, второй босс, и готов. Пушка. Выпала пушка, дайте подобрать ее. Опа, нормуль. А, ну это обычная. Обычная, первоначальная. Тихо, что ты там делаешь? Ага, смотрите-ка, ничего он не выбрасывает. Значит, тихо ты, блин. Маленький зомби-полицейский в меня стрельнул, а. У меня и так здоровье тут на подсосе, а он... Так, ага. Он, значит, бросается бочками, видите, да? Которые с кислотой. Все, я понял, ребят, главное не попадаться на эту бочку. Будем действовать аккуратно. Ну, у меня и со здоровьем, конечно, тут проблемы. Всего лишь одно сердечко осталось. Ай-яй-яй. Это очень опасно. Интересно, он наверх бросит ее или нет? Нифига, по-моему, не бросает. Оп, и мимо, охламон. Сейчас ты у меня получишь. Такой противный, посмотри, а. На машине сидит, там делаш такой. Бросает в меня свои ядовитые бочки. Во, один раз я все-таки попал пулькой по машине. Так, вот так, аккуратненько. Все это дело... Что там такое? Что это? Я хочу вот это... Опа! Что это мы подобрали? Я не знаю, ребят. Какой-то бонус маленький был. Так, и этот чепушило, главное, с этой машиной никуда не падает. Независимо от того, как себя она ведет. Хоть перевернется, все равно он будет к ней прикреплен. Ладно, тихо, аккуратно вот здесь, ребята. Опа, смотрите. Чего бы с машиной не было, все равно он остается, стоит на ней. И хоть бы хрен ему, а. Так, тихо, вот здесь вот кислота, ребят. Главное не упасть нам. А этот охламон пускай падает, мне его не жалко, нисколечко. Ёлки-палки, 75-73% у машины. Слушайте, довольно долго она будет так разбираться. Так, мы до 70% спустили ему ХП. Фух, главное не забыть, что у меня есть бесплатное возрождение. О, сердечко! Где оно? Где сердечко? Улетело, видимо, блин, мимо меня. Ё-моё, оно бы мне не помешало бы. Довольно бы хорошо было бы, как говорится, пополнить себе здоровье. Но не для меня это все, как обычно. Не про мою честь. 55% у этой машины. Вся проблема в том, что у меня вроде бы и скорость уже улучшена, да? И я не могу догнать. Да что ж такое? Так, кислота, кислота, кислота! Да ё-моё! Ну давай, 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 возрождаемся. Отлично, ребята, поехали. Фух. Полное у нас здоровье, бонус какой-то. Это что такое? Это что такое? Я хочу вот это вот себе. Хищник небес. Хо-хо-хо. Ничего, ничего себе. Ой, что случилось? Где я? Фу ты нафиг, я же думал, погибли. Ничего себе, ребята. Вот это мы летаем, вот это мы жарим, ё-моё. А мне нравится. Мы как торпеда. Ой, а что так быстро закончилось-то? Только я раздухарился и на тебе. Хищник небес испарился. Да. И честно говоря, я больше летал, чем подбивал этого босса. Блин, бонус не успел взять. Да хорош вам тут, эх, ламоны. На кране тут они прыгают мне. Так, тихо, не бросай в меня. Во. Сколько там? 20%. Ага. 7%, ребят, осталось совсем чуть-чуть. Буквально дунуть на него и... Аккуратно, не будем спешить, нафиг, эта спешка нам не нужна. Будем работать отчетливо и концентрированно. Да ё... Что? Почему он не гибнет, когда в кислоту попадает, а? Что за несправедливость, блин?
Это ни о чем не говорит, что он зомби, все равно машина должна погибнуть. Ну, 2%! Иди сюда, хламон, я тебя сейчас подобью. Ну, где ты там? Вернись! И бочка тебе здесь не поможет. Фу, блин, лишь бы никуда не попасть, а. Тихо, кислота. Ускорение скорости и... Вот так вот, вот так вот, ребята. Да! Ускорение скорости, нифига, смотрите. Вот, вот это у меня дракон. Ребят, смотрите. Вау, я огненный, мне пофиг на все. Я даже до базы долетел моментально. Ну что же, 6 из 6. Отлично. Мне интересно знать, что у нас тут будет. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Так. И я должен нажать сюда, что ли? Так-так-так-так-так. Что-то происходит. Новое достижение. Так, может монетки собрать? 805, отлично. Так, что я могу взять? Я могу навык бурения. Или же... Блин, соблазна очень. Давайте, может быть... Нет, дополнительная жизнь мне не нравится, не хочу. Так, давайте, наверное, уровень скорости повысим. Да, будем еще быстрее с вами елозить. Это мы где? Это где мы? Это что у нас за запад? Уровень... А, дикий запад. Ух, ребят, ну по идее надо бы закругляться. Ну я хочу просто посмотреть, что нас будет ожидать дальше с вами. Давайте по... Ага, копья уже здесь. Все понятно. Так, лошадки, которые не убиваются. Так, дайте мне вот этот щит или что такое. Утро наступило сразу же. Как я только поймал. Монетки. Блин, ну прикольно. Тихо ты, ты парасете. Ай-яй-яй-яй, кислота тут везде. Ух, я и забыл. Я думал, что ее здесь нет просто. Она есть везде, оказывается. Ковбои тут всякие. Ну, увидим мы с вами сегодня босса здесь. Или же нифига не увидим, а? Где босс? Я хочу его увидеть, блин. Я не представляю, как, знаешь, повозка, индейцы и так далее и тому подобное. Эх, сколько же этих копий здесь. Ё-моё, бонус. И, блин, промахнулся. Оу, тут намного все сложнее, ребята. С дробовиками уже, ребятушки, с ружьями. Обалдеть. Тихо, тихо. Да, вляпался все-таки, а. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте на этом мы завершим это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ну, а мы увидимся с вами в следующих видосиках. А на этом все. Всем пока. До скорого.